расскажу про очень сложно доказуемую схему отмывания денежных средств. Она популярна в развитых странах, потому что ее реально сложно доказать. Кстати, даже некоторых испанских политиков подозревают в использовании этой схемы для отмывания незаконно заработанных денежных средств. Но так как доказательную базу на эту схему собрать очень сложно, она и является весьма популярной в современном мире. Знаете, откуда пошло выражение об отмывании денежных средств? Говорят, что оно пошло от Аль Капоне, который отмывал свои незаконно полученные денежные средства при помощи сети прачечных в США. Но вернемся к этой схеме. Это схема отмывания денежных средств при помощи обычных лотерейных билетов. Как происходит сам процесс? К примеру, в Испании практически все испанцы играют в лотерею. В ту или иную, есть у них национальные лотереи, есть какие-то местные лотереи. В общем, очень много испанцев играют в разного рода лотереи. И как только человек выигрывает эту лотерею, тот человек, которому нужно, так скажем, обелить, отмыть свои деньги, он находит этого счастливчика и предлагает ему денежное вознаграждение за данную лотерею. Соответственно, человек, выигравший лотерею, получает в любом случае деньги, а человек, которому нужно обелить происхождение своих денежных средств, получает тот заветный купончик, при котором у налоговой не будут чисто теоретически вопросов о происхождении денежных средств.